Сегодня же состоялась рабочая встреча временно исполняющего обязанности главы Чувашии Олега Николаева и заместителя министра промышленности и торговли России Михаила Иванова. Михаил Иванов отметил, что в Чувашии он во второй раз успел побывать на многих предприятиях. У электротехнической отрасли региона мощный потенциал для дальнейшего освоения рынка. Республика входит в одну из двух, которые курирует сегодня Министерство промышленности и торговли. Мы совместными усилиями завершаем работу по программе социально-экономического развития Республики Чувашия. Сейчас решаются вопросы с финансированием. Безусловно, те предприятия, которые мы сегодня видели, они являются основными участниками этой программы. И поддержка региона, если посмотреть цифры 2015 года и цифры 2019 года, увеличилась кратно. В 2019 году почти 800 миллионов рублей было предприятиям региона направлено по разным механизмам поддержки, которые сегодня существуют в периметре промышленной политики. Правительство республики находится в постоянном диалоге с промышленниками. С тем, чтобы мы поняли, где мы друг другу можем помочь взаимно. Самое главное, из такого взаимодействия должны появиться возможности, может быть, направления развития малого и среднего предпринимательства, потому что многие предприятия заинтересованы не все самим делать, а что-то уже отдавать, скажем так, партнерам.